Слово «эгоизм» обычно несет негативный смысл, но, как выяснилось, наличие такой черты в характере людей вполне оправдано. Эксперимент, проводившийся американскими психологами, подвел ученых к нетривиальному заключению, что на работе как раз предпочтительнее быть эгоистом. Они считают, что готовность постоянно быть открытым и отзываться на просьбы коллег портит психику. После работы альтруисты превращаются в настоящих домашних тиранов, способных придираться к близким из-за любой мелочи. Помочь себе или другим сегодня поможет разобраться рубрика «Гороскоп». Овны, вы переживете довольно неприятный период клеветы и посягательств на ваш авторитет. Не огорчайтесь, так как эта ситуация – удел любых талантливых и незаурядных людей. Проявите мудрость и, не оглядываясь, идите вперед. Успех и признание скоро придут к вам. Многие тельцы переживут небывалый взлет возможностей. Каждое усилие, затраченное в начале года, принесет свои плоды, в чем бы они ни заключались. Всеми силами помогайте судьбе, тогда вы непременно получите то, о чем мечтаете. У близнецов день символизирует недоверие и отчужденность. Сегодня многие будут проявлять недоверие в семейных отношениях, при заключении сделок и во время финансовых операций. И эти подозрения окажутся оправданными. Не рекомендуется страхование, заключение брака, долгосрочных соглашений и финансовых сделок. Не поддавайтесь пораженческим настроениям, научитесь приспосабливаться к жизненным переменам. Рак. Сегодня можно попытаться наладить полезные связи, и это, возможно, заставит вас отправиться в деловую поездку. Настройтесь на то, что придется взвалить на себя дополнительный труд и обязанности или вложить часть средств в развитие дела. Львы. В вашей жизни могут появиться новые лица, возникнут новые интересы и цели. Это значит, что вы также меняетесь, и надо подумать, каким должен стать ваш образ в глазах других людей, чтобы максимально соответствовать текущему моменту. Надо сбавить темпы и подумать о будущем. Пора подкорректировать планы. Дева. Вероятно, даже незначительный эпизод может вызвать у всегда спокойных представителей этого знака бурю эмоций. К сожалению, многие склонны снова и снова оказываться в такой ситуации. Избегайте экстремальных ситуаций и нервных перегрузок. Чтобы этого не случилось, отнеситесь избирательно к своему окружению. Весы. Все, что будет начато в этот день, прекрасно удается. Успешными могут быть финансовые операции. Упорно работайте, это благоприятно скажется на бизнесе и поможет продвинуться по службе. Внимательно изучайте документы. Некоторым скорпионам сегодня предстоит отправиться в краткосрочную командировку, где произойдет знакомство с интересным человеком. Ожидается много контактов, разговоров, телефонных звонков. Чтобы избежать беспокойства из-за каких-то бумаг, писем или документов, не доверяйте их секретарям. Стрелец. Несмотря на то, что наступает время благоприятное для самореализации и самовыражения, финансовые успехи стрельцов будут слишком неустойчивыми. Нельзя браться за рискованные и непроверенные проекты, не следует заниматься спекуляцией и ввязываться в авантюры. Звезды помогут козерогам проявить обостренное чувство справедливости, честолюбие, искренность и большую способность к умственной деятельности. Все эти качества сами по себе неплохи. Но сегодня избегайте конфликтов на фоне излишней прямолинейности и выражения своих эмоций, и даже грубости. Сегодня водолеи будут способны не только впитывать информацию из окружающего мира, но и сумеют на ее основе делать совершенно новые, оригинальные выводы. Почувствуйте всю прелесть своей тайной власти над реальностью, крепко держите в своих руках все ключи и тайные нити к будущим достижениям. У рыб вероятны счастливые события в семье или в любовных отношениях, удача в бизнесе или профессиональных делах, в учебе и исследовательском труде, получение довольно крупной суммы денег. Смело подписывайте важные документы, обращайтесь в государственные и общественные организации.